любителей футбола. Сегодня на нашем стадионе в матче чемпионата Республики Беларусь по футболу первая лига встречаются Звезда БГУ, город Минск, Гранит, город Микошевич. На сегодняшнюю игру команда Гранит выходит в следующем составе. Футболки красные. Номер 16 вратарь Адамец Николай. Номер 4 Неборский Дмитрий. Под номером 5 играет Малашавый Андрей. Номер 7 Готковский Игорь. Номер 9 Бойко Вадим. Номер 10 Януш Николай. Под номером 11 играет Тихончик Анатолий. Номер 12 Григор Вячеслав. Номер 14 Кокшаров Анатолий. Под 18 номером играет Магринский Виталий. Номер 20 капитан команды Вахно Андрей. Главный тренер Валерий Вахно. Команда Звезда БГУ. Футболки белые. Номер 1 вратарь Синевич Сергей. Под номером 3 играет Жариков Андрей. Номер 7 Юрченко Юрий. Номер 8 Версинский Серег. Номер 9 капитан команды Дубаенко Сергей. Номер 10 Грин Егор. Под номером 11 Бабаков Максим. 13 номер Заяц Денис. Номер 14 Слабошевич Артур. Номер 15 Русецкий Сергей. Номер 20 Гречишка Павел. Главный тренер Юрий Антонович. Встреча службы судейской бригады в следующем составе. Судья в поле Анатолий Сенёк, первая категория, город Могилёв. Ему помогают судьи на линии Александр Ковалёв, первая категория, город Могилёв, и Александр Азарин, первая категория, город Витебск. Резервный судья Иван Сапарьян, первая категория, город Минск. Инспектор матча Николай Николаевич Витебск. Национальная категория, город Минск. Они должны, чем это все делать?